Теперь о ситуации с COVID-19. По последним данным, за сутки еще 236 жителей нашей области заразились коронавирусом. Таким образом, всего у нас зарегистрировано уже свыше 62 тысяч случаев инфицирования. Накануне также стало известно о смерти 13 пензенцев. В списке жертв коварного недуга уже 2053 наших земляка. В свою очередь, побороли недуг и выписались из больниц 325 пациентов. И это рекордное количество с апреля текущего года. За все время пандемии выздоровели почти 50 тысяч человек.